Проект «Хельсинки-клуб» для Нижегородской области – событие. Пожалуй, впервые коттеджный поселок строится в полном соответствии с европейскими технологиями. Суть следующая. Сначала территория поселка обеспечивается всеми необходимыми коммуникациями и подъездными путями. Здесь есть свет, газ, водопровод и даже высокоскоростной интернет. Затем в любой момент на полностью подготовленной площадке в кратчайшие сроки с применением новейших технологий каркасного домостроения – возводится дом и выполняется отделка помещений. То есть, приобретенный дом уже полностью готов встретить жильцов. Проведены и внутренние отделочные работы. Используются только экологически чистые материалы всемирно известных брендов и марок. Краски в отделке внутренней и внешней мы используем только Тикурила, Шервин Вильямс, это Финляндия, как всем известно, и Америка. В доме установлен камин французского производства. Вся фурнитура в ванной и сантехника фирмы Гроа и Домикса. Двери, как входные, так и межкомнатные, все привезены из Финляндии, они произведены там. Фурнитура к дверям фирмы Аблой, тоже финская фирма. Стены домов утеплены эковатой. Этот экологически чистый материал не только сберегает тепло, но и позволяет дому дышать. Специалисты утверждают, что сегодня это самый лучший материал для утепления каркасных стен, а значит, у вас дома всегда будет благоприятный, комфортный микроклимат. На выбор будущим членам клуба предлагается 5 проектов домов площадью от 200 до 300 квадратных метров. Один из самых интересных – проект Катона 220. Два коттеджа на две семьи сблокированы так, что вместе они образуют законченный архитектурный дуэт. При этом это два отдельных дома, каждый по 211 квадратных метров. В них предусмотрены хозяйственные помещения, кладовая, гардеробная, котельная, гараж. Грамотно продумана планировка. Пространство первого этажа занята кухней, которая совмещена с просторной гостиной, плюс спальня и терраса. На мансардном этаже две большие спальни, открытый балкон и потрясающий зимний сад. В этом помещении всегда приятно находиться, оно светлое, просторное, здесь хорошо дышится, очень приятно встретить рассвет или проводить закат. Как вам больше нравится? Попить чашечку кофе. Поселок Хельсинки-клуб планируется к сдаче в конце 2010 года. Тогда станет понятно, какой будет финская деревня в Нижегородской области. А чтобы узнать, для вас ли мечта об истинно европейском комфорте, всегда можно зайти на информационный портал helsinkiclub.ru.